23 горняка, пострадавшие во время аварии на шахте «Степная» во Львовской области, все еще в больнице. Напомню, 2 марта там произошел взрыв метана. 8 человек погибли. Кто будет отвечать за их смерть, выясняет госкомиссия. А сегодня горняки госпредприятия «Львовуголь» митинговали, требуя выплатить задолженность по зарплате. Чего они добились, узнаем от Галины Якушко. До свадьбы заживет. Эту пословицу, похоже, придумали специально для Сергея. Во время взрыва на шахте «Степная» он получил многочисленные ожоги. Врачи говорят, горняк идет на поправку. А до дома уже хочется? До дома, конечно, хочется. До дома чекают. Кохана чекает. Скоро веселье мое будет. Липні. Всі пацієнти йдуть з позитивною динамікою. В міру того, як їх стан буде покращуватися, будемо ще консультувати спеціалістами і будемо готові їх для подальшого лікування по місту проживання. Тем временем шахтеры госпредприятия «Львовуголь» сегодня вышли на акцию протеста. Около сотни горняков собрались у здания областного хозяйственного суда. Они требовали улучшить безопасность на шахтах и выплатить им долг по заработной плате. Деньги они не получают уже 2 месяца. Общая сумма задолженности около 22 миллионов гривен. Обіцяли, що вчасно будуть виплачувати. Гроші прийшли ще минулого місяця, але не виплатили в зв'язку з тим, що заблокували рахунки. Гроші є, просто на рахунках заблоковані. Счета «Львовугля» арестовала исполнительная служба из-за того, что шахты задолжали за электроэнергию. Именно по этой причине горнякам не смогли перечислить зарплату. Но суд принял сегодня решение в пользу шахтеров и постановил снять арест со счетов предприятия. Деньги шахтерам вернут. Рахунки державного предприятия «Львовугля» мають бути розблоковані, и кошти мають поступити нам на виплату заробітної плати. Губернатор Львовской области Олег Синютко уверен, счета госпредприятия «Львовуголь» заблокировали специально, чтобы обанкротить шахты, а затем за копейки продать в частные руки. Это было сделано для того, чтобы дестабилизовать ситуацию в шахтарских коллективах, таким чином взбудоражить и обеспечить, на мою думку, ключевую речь. Это припинення видобутку, и это в унисон тим діям, які сьогодні ведуться на сході України, поставити енергетичну систему України на межу випробування. Также губернатор сообщил, несмотря на то, что еще вчера независимый профсоюз обещал прекратить отгрузку угля с шахт Львовской области, удалось добиться компромисса, и сегодня все шахты работают в обычном режиме. Когда же именно горняки получат свою зарплату, пока не ясно. Единственный, кто завтра точно получит деньги, это пострадавшие на шахте «Степная». Из областного бюджета им выделили около 60 тысяч гривен каждому на лечение. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал «Интер Львов».